Итак, обзор очередного товара и комплектация. Ну, тут как бы не комплектация, а к планшету купил защитную пленку. Вот смотрите, вот такая вот защитная пленочка. Первый слой и второй слой. Вот такая вот это она выглядит. Значит, в упаковке была чистящая салфеточка вот такая вот. Ну, какая-то ли стикер, или наклейка даже. А, это какая-то наклеечка. Дальше вот такой кусочек пластика. Что это? Честно, не знаю. Вот. И поставляется вот в такой вот, вот коробочке. Вот, значит. Защитная пленка для планшетных компьютеров. 10,5. Универсальный глянцевый. То есть, видите, она чуть побольше, если вы купите 10,1. Вот она 10,5. Значит, она, видите, можно резать ее. Но нельзя прикасаться. А, нельзя резать, нельзя прикасаться. Вот, так, давайте посмотрим. Защитный блок для планшетных компьютеров для уменьшения чувствительности экрана. Нужно протереть экран устройства, убедить, что не осталось частиц пыли, отпечатков пальцев и других загрязнений. Протирать экран можно без ворсовых салфеток, входящих в комплект. Для очистки экрана можно использовать салфетки и спреи для жидкокомпрессоров, но ни в коем случае не применяйте бытовые чувствительные на основании спирта. Вот давайте согласно инструкции. У нас есть планшет. Воспользуемся вот этой салфеточкой. Вот у нас есть отпечатки пальцев на вот этом планшете. Давайте попробуем согласно инструкции. Тщательно протираем заляпанный наш планшет. Так, согласно инструкции, протерли планшет салфеточкой. Дальше. Для того, чтобы снимите предохранительную пленку, помеченную стикером номер 1. Снимите предохранительную, это такая в инструкции, снимите предохранительную пленку, помеченную стикером номер 1, не оставляя отпечатков пальцев на клеящей поверхности. Приложите пленку к экрану, следите за тем, чтобы пленка положилась точно на контур экрана. Вот смотрите, пленку снимите, предохраните пленку номер, помеченную стикером номер 1. Вот давайте сначала приложим, вот смотрите, у меня она немножко больше. Вот видите, чуть-чуть. Сейчас мы ее немножко подрежем ножницами, прям буквально так, как она сеточка, она очень удобна. Сейчас давайте посмотрим. Ну вот буквально раз, два, три, четыре, пять. 5 кубиков, давайте подрежем 5 кубиков. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Аккуратно ее режем. Отрезали этот кусочек пленки. Так, теперь согласно инструкции, вот здесь читаем инструкцию, снимите предохранительную пленку, помеченную стикером номер 1. Ага, удалите этот слой первым. Вот смотрите, стикером номер 1 написано, удалите этот слой первым. Приложение пленки к экрану, следите за тем, чтобы пленка ложилась точно по контуру экрана. Не оставляет отпечатков пальцев. А, понял, значит, удаляем вот этот слой. Вот так вот удаляем этот слой. Не оставляет отпечатков пальцев. Так, так, приложить пленку к экрану. Так, вот мы убрали пленку. Приложите пленку. Так, что-то немножко не пойму. Удалил. Теперь вот эту прикладываем к экрану. А, вот она липкая. Вот видите. Опа, теперь мы ее разглаживаем. То есть вот этот слой оказался липким. Видите, мы его даже давайте вот так вот.
То есть аккуратно надо нанести, разгладить эту пленочку. Вот, я здесь немножко пере... этого. Вот здесь я немножко схватился. Видите, она мне немножко с пузырями получилась. Потому что сначала... Вот. И вот так вот, вот так давайте попробуем. Вот так эту пленку наносим. Опа. Чтобы у нас меньше было. Так, и после этого убедитесь, что пленка легла точно по контуру экрана. Удалите предохранитель пленку, помеченную стикером номер 2. Стикер номер 2. Удалите этот слой после наклеивания. Сейчас, минутку. Так, 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 удалите эту пленку. После этого у нас оно уже не страшно. Вот. Удаляем вторую пленку. Второй слой. Все. Этот слой первый, второй у нас отпадает. И вот получается у нас пленка, защитная пленка нанесена. Ну, с небольшими вот такими. Все, защитная пленка нанесена. Сначала протерли, потом первый слой сняли, потом второй слой сняли. Ну, вот тут какой-то стикер, не знаю зачем он. Все, обзор сделан. Спасибо за внимание.